Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Darkest Dungeon. Ну что же, вот я сижу и думаю, куда мы с вами сегодня отправимся. Надо нам с вами заработать деньжат, потому что я практически на нуле. И давайте-ка соберем, попробуем команду себе достойную. Кого взять, только не знаю. Так, хилку-то по любасу надо будет брать, обязательно, эти у меня больные. Гробовщицу, может быть, воровку. Не знаю, ребят, пока под вопросом. Но хилку по любасу придется брать. Без нее, как говорится, никуда. Желательно вообще две хилочки надо бы. Так, вот попробуем. Так, ну что, возьмем, естественно, факела. Без них нам никуда. Так, еды. Это само собой разумеющее. Ну, остальное я даже не знаю, ребята, нужно ли нам лопаты, это все. Вот, да, кстати, у нас же одна при жажде крови, поэтому без бутылочек нам никуда. Ну что же, будем смотреть. Будем, ребята, с вами зарабатывать бабосики. Надеюсь, у нас все получится. Ну что так долго грузится-то, ё-моё. Почва здесь пропитана ядом, и в чаще прекратилась всякая жизнь. Нужно изгнать отсюда зло. Понятно. Будем изгонять, по крайней мере стараться. Ну, что у нас тут в этом ящике? Фамильные ценности. О, 4 герба взяли. Хорошо. Ну, я так понимаю, здесь, ребята, никого не будет. Не должен быть никакой босс у нас. Все, как говорится, чисто, чинно, благородно. Просто прогуляемся с вами и все. Так, нам нужно сразиться во всех комнатах. То есть на 100%. Проще пареной репы. Так, уже все забрали. Жаль, жаль. Так, факела. Факела обязательно, ребята, поддерживаем свет на полную. Чтобы, как говорится... Так, а вот тут добыча. О, неплохо. Деньжат заработали. Если бы только деньги могли остановить зло мистики. Так, это у нас грибы, по-моему, да? Ха-ха, ядовитые были, стопудово. Ну, мы их обезвредили. Двигаемся дальше, налегке. О, так, погоди-ка. Погоди-ка, это у нас эктоплазма. Призраки, так скажем. Давай-ка, наверное, бомбанем. Оу, снесло как ветром, блин. Ты хорош, успокойся там, пожалуйста, не, не буянь. О, проходит проверку на решимость и смелость зарабатывает. Умничка. Ночь темна, но огонь светит ярко. Вот ты правильно говоришь. Так, заклятие трудное делает. Хрен тебе, как говорится. Так, ну что? Да чтоб такое... А, мы уклонились. Ну, это хорошо, ребята. Ну что, давайте попробуем прожечь. Эх, не получилось маленько. Ну да ладно, не беда. Так, практически, ребята, добили. Давайте вот сейчас вы добьем. Все, шикандос. Ну что, тут у нас два сектанта. Я думаю, мы их сейчас быстренько порвем. Ай, я не достаю. Я не дотягиваюсь. Слушайте, вот в такие моменты, ребята, я очень жалею о том, что у меня нету наемника с собой, который крюком может подцепить чувачка и вытянуть его. Так, ладно. Давай тогда прожаривать. Получил, сынок, молнию? Вот так вот, будешь знать. Тут тоже бесполезняк. Давай тогда, наверное, усилимся на всякий случай. Хе-хе. А мало ли чего, да? Блин, я не знаю, ребят, хоть трупы эти уничтожай, которые там валяются. Действительно, так, давай-ка попробуем добить. Есть, бинго. Так, ребята, и еще один тут сектант у нас, ученик. Как же меня это бесит. Давай так сделаем. Пускай он поближе к нам подтянется. Вот, это уже ближе, как говорится, к теме. Да ё-моё, ну могильная воровка, ну как ты могла промахнуться? Ты же обычно у меня бомбишь не по-детски, а тут... А тут дала себе слабину, значит, да? Ну, есть, крит на 14, замечательно, ребята. Ты будешь страдать так же, как я. Так, ну что у нас здесь? Оу, благовоние для уклонения. Забираем нафиг все. Так, а тут у нас палатка путника. Ценности какие? Слушай, ну, довольно неплохо. Так, что у нас тут? Страничка. В этих темных пещерах слишком высокая влажность. Везде капает, что весьма неприятно. Я подскользнулся на камнях, покрытых вездесущей слизью. И чуть было не сломал щиколотку. В водоемах какое-то движение и всплески. Хоть и безо всяких видимых причин. А тени от факела будто растут и уменьшаются сами по себе. Понятно, ребята. Ну что же, давайте с вами продолжать движение.
Опачки. Вот этих вот ребят, конечно, не хотелось бы мне встречать. Они, знаете, что могут сделать? Заразить нас багровым проклятием. И это не есть гуд. Так, ну что, наказываем. Ну, 6 урона не так, конечно, много, как хотелось бы. Но, тем не менее, главное, что попали вообще. Так, ну-ка, давай вот так вот сделаем. Я воплощение ярости. Ну, естественно, ребят, естественно, на воплощение. Добиваем этого паучка, говнючка. Так, наверное, надо еще прожарить, ребята. Ай-яй-яй. Выжил комарик-то, однако. Ну, это временно. Так, давай. Е-е-е, крит на 30-ку. Это очень шикарно, я считаю. Предрассветный туман. Молодец, висталочка, уклоняешься, как... Ну, знаете, как кто, как батька. Добиваем комарика этого несчастного, нищеброда. Ух, ну... Слезь с чувака. Это обычный крестьянин, на которого напал вот этот говняный клещ и управляет им. Так, пройдем мимо. Прошли. Не будем, ребят, как говорится, отвлекаться на всякую ересь. И здесь никого нету. Жаль, печаль, придется возвращаться нам. Но зато здесь, знаем точно, ничего такого нету. Так, что у нас тут? Ничего интересного. Ну, жаль, конечно. Ну, лучше, как я вам еще раз говорю, ребята, лучше пускай ничего не будет, чем какая-нибудь ловушка, отравление или там еще что-нибудь. Или кровопотеря. Главное, идем. Так, факелы, факелы. Ну, надо немножко подзажечь. Сияние принесет нам победу. Ну, для чего вообще нужны, ребята, факелы? Для того, чтобы мы с вами шли при свете, чтобы... Нас враги не застали врасплох. О, а это еще какой? Нечто с далеких звезд. Нечто. Смертоносная и не знающая жалости тварь. Но у нее есть редкие сокровища. К тому же, те герои, что переживут этот жуткий бой, могут получить уникальные черты. И помните, не бойтесь отступить, если того требует обстоятельства. Ого. Вы посмотрите, какой урод. Так, ну что, будем пробовать, конечно же. Ох, хорошо. Так, у него 106 хп было, 95 осталось. Так, я не знаю, давайте попробуем пробить. На сколько? На 4, слабенько как-то. Вот магия хорошо его жарит. А ну-ка. Да смотри-ка, а. Десяточка там, десяточка тут. Глядишь, так, пронзающий осколок. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, пошел, пошел стрясняк у нас. Ну-ка, вжарь-ка ему. Гуинант. Гуинант. 25, это вообще шикандос. Межпространственный укус. Хрен тебе. Губешки там свои. Чего там к звездам? Ой, а вот это вот не надо делать. Вот этого не надо тут всякие кристаллы свои паршивые выставлять. Ой, да они ватные. Мы заодно еще и подхиливаемся при этом. Так, ну что, прожарим его. О, еще 12. Кстати, ребят, ну, как вы поняли, он слаб к магии. Физуху он, если еще как-то держит, то против магов... Ой, что-то вообще на единичку бомбанули. Что-то не то. Пронзающий осколок опять орет, опять пронзает. Так, так, я отведаю твоей крови. Понятно, ты отведаешь его крови. Слушай, он достал уже, а. Он успевает как-то вот три, по два раза сходить. Ё-моё. Вот, опять ходит. Чё за фигня-то? Я еще ни разу не сходил. Совсем, я смотрю, приборзел этот чувачок. Хилимся. Блин, слабовато похилили. Ну-ка, давай-ка пробуем киркой уничтожить эти осколки. Отлично получилось все. Главное, ребята, раньше времени не радоваться, потому что у него мало здоровья, ну, отнимается, ну, как-то очень проблематично. Ух, ну-ка, похиляемся. Нет, давайте вжарим. На два, да что за фигня-то? У него какой-то иммунитет, что ли, включился, а? Такое вот впечатление. Блин, зато он критует теперь по-жесткому, еще и траванул, гад. Ай-яй-яй. Так, ну-ка попробуем. Насколько мы... Так, мало, конечно, это будет. Я даже не знаю, что и сделать. Может быть, усилиться, а? Давайте, ребята, усилимся маленько с вами. Так. У меня нету, ребята, чтобы яд-то снять с себя, а? Хреновенько. Он задолбал уже своими осколками этими, а? Вот честно вам говорю. О, вообще не попали. Ты посмотри, опять он со своим... Да ты достал. Как тебя звать-то, а? Кристальная аберрация. Вот как его звать, ребят.
Ну-ка, может быть. Отлично, плюс 2 хп себе восстановили. А, нет, его звать нечто с далеких звезд. Вот. Огонь. Огонь ведется по врагам, ё-моё. Ну, 6, ладно, хорошо, пускай будет 6. Слушайте, пора с этим чепушило завязывать, мне кажется, ребят. О, на 10, это был крит. В принципе, неплохо, неплохо. Так, давай, да чтоб тебя, а ты достал уже своим электрошоком нас. Давай, наверное, так, подхиляемся. Что-то тут по стандарту на 6 только идет. Как-то очень сильно подозрительно. Так, минус 2 хп у нас отняли. Ну, для хилов это, ребят, ерунда. Ну-ка, пробьем, нет? Ну, этот мы уничтожим, это однозначно. Они ватные, эти осколочки. Главное до него достаться, до этого нечто. Ты посмотри, он по стандарту на 11 критует. Что за фигня? Еще и травит, а? Упырь. Мне приходится, ребята... О, критический урон на отхил. Так, бомбим. Сколько отнимем? 4-7. По минималке на 4, да? Жаль. Но у него здоровье-то уже осталось совсем, совсем маленько. Это, знаете, ребята, это какое-то существо, которое просто гуляло, и мы на него наткнулись. Во! 15 осколков плюс темная корона редкая. Так, я думаю, что оно достойно всего. Блин, не хватает места в инвентаре. Блин, ну давай, наверное, целебные травы и забираем. Все, отлично, ребят. Продолжаем нашу дорожку. Главное, что мы справились, одолели. Да чтоб тебя, а теперь эти комариные отродья здесь появились. Назойливое жужжание, ну естественно. Так, тихо, тихо. Ха-ха, приятно чувствовать себя настолько живым. Молодец, саморезает. Так, что же нам сделать? Ну, давай, наверное. Можно, в принципе, усилиться, ребята, да? А можно бомбануть. Ну-ка, 5. Как-то хиленько бомбанули. Так, давайте. О, на крит под хил пошел у нас. Шикарно. Ого, 10 урона за ход. Яд отнимает у нас. И еле стою на ногах. Нет, ты стой, ты мне нужна. Офигеть, у нас вот на воровке на могильной 10 яда снимается за ход. Жесть какая-то. Ничего себе, это кто ж такое вешает-то, а? Такие жестокие эти статы. Да успокойся ты, а, плевун. Своим перевариванием пищи. Так, жужда. Ну, пора, наверное, и нам бомбануть разочек. На 6. Слабенько как-то. Так, а если мы попробуем выпад сделать? Отлично, закромсали. Так, щит только на себя вешается, понятно. Так, резаем. Слушай, ну в принципе у нас все шансы есть, ребята, на победу здесь. Че тут осталось-то? Комарик этот. Ну и паучок, тем более мы еще и уклоняемся. Так что все отлично, огонь ведет нас. Так, давай-ка подхилим еще нашего гробовщика. Да черт побери, придется таким вот, ребята, атаковать скиллом. Ну, больше нету ничего. Так. Давай киркой попробуем. Пробили, отлично. Сдох комарик. Подготовка пищи. Опять будет сейчас блевать. Хоть бы промахнулся. Нет. Отравил все-таки ублюдок. А, как не вовремя-то. Только начал вроде бы выравниваться по здоровью, и все, и на тебе. Получил отравление очередное. Теперь придется его всегда держать на подхиле, на постоянно причем. Так, крит прошел замечательно, ребята. Ух, о, вот это хорошо, ребята. Чего такое, места не хватает? Так, приглашение мне нужно, по идее, ребят. А, у нас вот тут вот это вот, ребята, выкинем, а это забираем. Отлично, я уж подумал, как так, не хватает места. Все хватает, просто хлама с собой дофига чего было. Так, что у нас там? 250 голды. Да ладно, что уже и деньги не могут поместиться у нас. Так, съедаем. Подожди-ка, что-то не хватает еще, да? Хм. Факела, они нам нужны, ребят. Давайте тогда так, отменим от всего, как говорится.
Я теряю сознание. Ты не теряй, ты иди на бодряке. Так, здесь у нас тихо. Ну что, ребята, еще буквально две комнатки нам пройти. Я думаю, что... Да, не то, что я думаю, а мы с вами везде побывали. Так, что у нас? 350 голды. Честно говоря, вот жалко, ребята, мне оставлять вот эти вот деньги так просто, чтобы они лежали. Но выбора нету. Что такое? Опачки. Бешеный зубощелк. Да? Ладно, давай посмотрим, насколько этот зубощелк бешеный. Слушайте, здоровье у них всего по десяточке, да? Поэтому должен быстро их разобрать. Так, бешеный бросок. Теперь наша очередь. Так, антистресс получили. Давай еще подхилимся. Так, на шестерочку, да? Ладно, а еще? На пять. Ладно, будем прожигать, ребята. Ну, с волками, я думаю, вообще будет проще палить на репы, поэтому... Давай киркой добьем. Добили. Все, последний волчара здесь у нас остался. И его сейчас, как обычно, отправляем туда, куда ему и дорога. Ты посмотри, как гад, а? Еще кровотечение повесил. Блин. Естественно, хиляться придется, ребят. Так, ну ладно, давай, наверное, еще подхилимся. И пора его казнить, этого пса. Все, готов. Нравится мне этот вот мужик такой серьезный, да, прокаженный. Шутить, как говорится, не любит. Так, факелы, факелы. Давай возьмем. Я думаю, что нам хватит, да? Две комнатки прошмонать этих факелов с головой. Тем более тут еще один мы с вами находим. Давай, давай, кушай, кушай. Ну что же, подберем. Отлично. И сразу, наверное... Ага, можно юзать его, наверное, я думаю. Да, вот так вот сделаем. Так, еще, по-моему, один коридор у нас остался, да? А ну-ка, глянем. Да, ребята, еще один коридор и все. Ага, тут еще бой будет у нас за сокровище. Надеюсь, там не какой-нибудь босяра. Так, перекус массовый. Лопатка есть? Лопатка есть, ребята. Расчищаем этот хлам. Вот так вот. Так, ну-ка посмотрим. Покрытое все слизкой слизью. Медленные реакции заработали. Угу. Молодцы, спасибо. Ну что, я так понимаю, вот это, наверное, ребята, последние говнюки, которых мы застали врасплох. Сейчас, естественно, будут они у нас отгребать. Ой, как жестко будет получать. Если бы вы только знали. 80% мало, но крит прошел зашибись, ребята. Мне это понравилось. Так, что, кирка. Дотягиваемся. 4-8. Ну, бьем. О, на 7 пробили, неплохо. Погнали далее. Так, на сколько? Пойдет. Добили. Ну что же, еще один, точнее два. Два этих гриба. Грибной зомби получил. Кстати, мы его сейчас добьем. Какую ты метку там еще вешаешь на меня, сосунок? Удар вслепую. Я уже про этот удар вслепую тебе говорил неоднократно. Иди прозрей. Так, ну что, остался у нас этот плевальщик ядовитый. Минус. Все. Отчесали, как отстирали, ребята. Деньги, герб. Задание выполнено. Ну что же, давайте возвращаться тогда в город. Зачем мы с вами будем тут бегать, ходить, бродить? Ой, елки-палки, я забыл, ребята. Блин, ну ящик же. Сундук же там стоял, надо было его вскрыть. После этого возвращаться. Ах, ладно, что сделано, то сделано. Ну-ка, что у нас тут получается? Так, вестолка. Близость к природе. Так, ну в принципе нормуль. А вторая вестолка у меня — призматическая изоляция. Ладно, в принципе, я доволен. По крайней мере, ничего плохого не получили. Ночной воришка. В конце концов, вору все-таки удалось скрыться с добычей. После визита этого незваного гостя жители города не досчитались многих ценностей. Вопила украл 8 из ваших украшений. Ах ты, вопила! Ё-моё, да, вот так вот, ребята, бывает. Ну, вроде бы артефакты как все на месте. Я не знаю, что он там мог украсть. Ну и шиш с ним.
Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте я, наверное, сделаю небольшой перерывчик. И обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим дальше играть в эту игру. Так что, ребятушки, далеко не расходимся. Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Darkest Dungeon. Так, и вот я сижу сейчас и думаю, куда мне рвануть? Куда бы мне побежать? В заповедник убить свиного короля? Или же убить вот эту вот обостительную сирену? Или же вот сюда вот уничтожить 8-футовую пушку? Вот сижу и думаю, куда? Куда побежать? Или некроманта? Может быть, давайте некроманта попробуем, а? Некромант устраивает омерзительные ритуалы в руинах. Дома ваших предков, нужно остановить его. Ну, давайте попробуем все-таки сходить в руины. Так, нам нужны замечательные для этого бойцы. Ну и кто же у нас пойдет на эту роль? Ты пойдешь у меня? Ты у меня идешь, смотри-ка, это... Блин, подожди, он болеет, он больной, фу, иди отсюда, больной. Берем тогда вот этого. Так, надо кое-что глянуть. У него все стоит, у него все стоит, у него все, у него все стоит. Так, очень редко против кровососов. Нам это не нужно. Все, пускай будет вот так. Темная корона. Ладно. Так, дальше нам нужен хил. Обязательно без него никуда мы не пойдем. И желательно, ребята, опять же, два хила. А двух хилов у меня, как я понимаю, нету. У меня есть Синарпонт. Синарпонт. И вот эта вот девушка, да? Где она? Сейчас только что ее убрал. Вот она. Третьего уровня. Давайте тогда и ее возьмем. Так, и нужен мне еще один боец. Вот надо теперь определиться, кто это будет. Хотя, знаете, вот можно было бы вместо одной из хилок взять, например, нам Чумного. Как вариант. Мы, наверное... Так, погоди-ка. Ладно, пускай пока остается так. Надо единственное, что скиллы поменять. Вот здесь мы убираем. Вот так вот выставляем. Так, и у нее... Что же нам надо поставить? Так, интересно. Некромант, это же нежить? Нежить. Тогда вот так вот мы с вами и оставим. И здесь... Давай вот так вот сделаем. Да, самое оптимальное. Так, у тебя что? Пойдет, пойдет. Так, снятие стресса 12, усиление цели. Минус 20 урона от стресса. Как вариант, было бы неплохо. Вот эта вот бодрящая мелодия. Вот сижу и думаю. Так, базовая атака 110. Черт его знает, ребят. Тут кровотечение вешает, тут тоже вешает. Давай. Ладно, пускай у нас будет одна боевая баллада. Так, ну кого же еще нам взять с вами, а? Надо кого-то такого посерьезнее взять. Может быть... Нет, он... Слишком она больная. Может быть, тебя? Пугливость. И... Ну, в принципе, сгодится, да? Я думаю, что пойдет. Нельзя медитировать в городе. Да никто тебе... Хотя, подожди, ребята. Мы сделаем вот так вот. Этот 6 уровня, да, у нас. И нам нужен хороший боевой танк. Это будет у нас... Вот так вот мы с вами сделаем.
Так, это у нас кто? Прокаженный. Ну, прокаженному нужно поставить, естественно, что-нибудь хорошенькое такое. А что у него может быть хорошенького? Так. Давай вот эти тебе поставим наручи. И... сопротивление болезням. Да и нечего, если честно говоря, больше ставить-то. К оглушению, но мы не оглушаем, так что... дальнобойные атаки. Мы тоже ими не пользуемся, у нас все на ближний бой. Минус 6% крит урона и минус 1 скорость. Ну это как-то не ахти. Давай вот это вот поставим. Так, ну что, вроде бы все. Давай брать теперь припасы. Возьмем, естественно, с вами факелов. Так, дальше у нас, да, придется брать кровь. Еду. Так, бинты, лопата, лопата одна есть. Возьмем бинтов. И антидот. Все, как-то вот так вот, ребята. Погнали. Я пригласил к себе ученых мужей из дальних стран, желая воспользоваться их обширными знаниями и поделиться кое-какими открытыми мной алхимическими методиками в надежде получить потрясающие результаты. После того, как я узнал все, что я мог, я убил своих гостей, пока они спали. Зашибись. Охренеть. По этим залам бродит дьявол, и только безумцы или отчаянные решатся отыскать его. Я и есть безумец. Ух. Так, ну здорово, ребята. Буду наказывать вас. Так, хорошо, пошло. Давай вот этого добьем. Голодранца. Вот тебе и дестроит теперь вот этого. Ну что, хлыщ. Удар в ночи. Мимо, пардонче. Придется тебе отдуплиться, сынок. Ну, давай. Кто там у нас? Бросок ножа. А, какой там ножа? Он по дальним только может бросить. Да, забираем золотишко и двигаемся дальше. Не надо стрессовать на пустом месте. Сколько раз буду говорить уже я об этом. Факел, само собой, забираем. Так. Смотри-ка, тишина. Никакой заварушки даже нету. Подозрительно все. Так, факел горит, все хорошо. А вот здесь вот, ребята, лопатка-то нам и пригодится. Так-с. Че, и здесь никого нету? Странно все. Что-то как-то неспроста. Еще один факел. Так, подобрали. Зажигаем его. Смотрим, что здесь. Ценности фамильные. Бюсты, это хорошо. Так, а это у нас кто такой? Такого я раньше не видел. Костяной копейщик. Хорошо пробивается костяной копейщик. Наказываем. Истреблены. Дай-ка я этого добью. Оу, не добил. Как так, умудрился я. Так, ты чё копьем делает? А вот это ты зря. Это ты зря, конечно. Подхилимся. Сейчас этот говнюк будет, да, ходить? Удар в ночи. Прям в табло такой, пум, дубинкой. Ладно. Нет, промахнулись, странно. Так, ладно, этого говнюка я добью. Никуда он от нас не денется. Ну и, соответственно, этого тоже. Так, на 6 бомбанули. Удар в ночи опять. Смотри-ка, они уже попадают, не мажут. Накрываем его. Устранены. Почапали далее.
Где же этот некромант, а? Где-то вот здесь он, ребята, будет. Он где-то здесь притаился, я чую. Жрать захотели? Ну, поешьте, поешьте. Я вам даже факелок разожгу, чтобы было светло, как днем. Карта пошла открываться. Разведка. Так, понятно. Здесь у нас что? Блин, неприятные тексты прочитали. Сразу бедняга аж в стресс пошел из этих текстов. Ну, здорово, орлы. Давай побеседуем. Для начала вот так вот. Каждому по финке в грудь. Минус один. Так, манящий кубок опять будет поливать. Ну мы-то не дурачки, мы уворачиваемся. Молодец, свисталочка. Теперь давай будем их наказывать. Один минус. Давай, не бубни. По пустякам. Есть, кританули. Ну и скелетик остался один, единственный тут. Удар в ночи он хочет сделать, и он прописывает его, как ни странно. Это было зря, конечно же. Так, кирка нам в помощь. Но не добили, 4 ОЗ осталось. Как так, висталочка? Ну что ж такое, радость моя. Добьешь? 91%. Замечательно. Чудовище пало и забрызжила слабая надежда на победу, якобы, да? А здесь наверняка будет ловушка, ключа нету? Нету. Хоп, ловушечка. Но у нас сопротивление к яду, так что нам повезло. Двигаемся вот сюда. Так, будет ловушка сейчас где-то, вот она. Так, он у меня, по-моему, спец, да? Спец по ловушкам. Обезвредили, замечательно. Так, по-моему, надо факелок подпалить маленько. Это как-то темновато. Ага, бандит-кровопускатель. Вот так вот начнем. Залп, залп. Ну, естественно, ребята, залп. От него что еще можно ждать? Только залп. О, на 43, вот это был крит. Нифига себе, на 43. Опупеть просто-напросто. Ну давай, что-то. А, выстрел в упор на 13. Ну тебе какой тяжелый удар. Заточка, двоих сразу, да, нет, одного. Одного бомбит. Ладно, мы здесь что сделаем с вами? Мы похиляемся маленько. Compassion. И уже будем, наверное, добивать вот этого. Готово, туша такая валяется. Блин, да что ж такое-то, а? Опять будем хилиться, ребята. Отлично, похилялись. И добивать, наверное, вот этого добьем. Нет, не смогли, к сожалению. Заточка, ох, на 17 кританул. Ты посмотри, еще кровотечение повесил. Неплохо, да? Бомбанул. Теперь подавляющий огонь. Достал он уже, если честно. Так, кирка не достает, ребята, у нас. И это плохо. Давай-ка подхилимся. Блин, сюда бы, конечно, бы очень хорошо пригодился бы наемник. Он задних вытаскивает к себе. Как раз то, что нужно нам было бы. А так они там стоят сзади. И попробую их теперь достать. Ну вот как вот мне их достать? Ума не приложу. Так, отметку поставили на себя. Отлично. Ну что же, сейчас этот лашпен должен к нам притянуться, так скажем. Тушки вот эти только разбирать придется. Опять подавляющий огонь. Ну, тут он промазал. Так, дай-ка я вот эту вот всю срань уничтожу. Хорошему там, как говорится, стоять сзади. Вот, давай, поближе к нам сюда. На расстоянии, как говорится, удара. Аж там бедный захлюпал. Ну, и я думаю, что ему конец.
Да, ребята. Самый что ни на есть конец ему пришел. Что? Что опять? Чего опять у меня не хватает? Вот как всегда незадача, ребят, такая. Ладно, наверное, мы вот это вот выбросим с вами. А это возьмем. Так, что у нас тут? Как всегда, ловушка. Ну, естественно, ребят. Естественно, ловушка здесь другого. И вот он, ребятушки, босс. И вот он, босс. Как говорится, приготовились. Сентиментальные мелочи. Нифига себе мелочи. Такие мелочи нам всегда нужны. 375. Так, 10% к обезвреживанию ловушек. Плюс 4 к уклонению. Вот он даже когда. Кровь, кровь нам нужна. У нас, да, нам нужна, по-моему, кровь. Я не знаю, что выкидывать. Ничего не будем, ребята, выкидывать, все нам пригодится. О, скелетик. В инвизе стоит, гаденыш, да? Хорошо. Не помог ему инвиз. Ха. Болт. Вот именно что, болт тебе на всю рыло. Так, и вы у нас же нежить. Вот так вот будем наказывать. Бомбим. Крит на 43, неплохо он критует, я вам скажу, ребят. Так, давай попробуем. Нет, не пробили его, к сожалению. Могильный рубец. Хрен тебе. Так, а я продолжаю бомбить и забомбил. Как мне вот это вот теперь олуха подбить? Интересно, не знаете. Он в инвизе, я его не вижу, ребят. Как быть? Могильный рубец. Я, насколько помню, ребята, у нас вот этот вот вор могильный. Он, по-моему, игнорирует невидимок. Ему, как говорится, пофигу. Да, он уничтожил его к ядрене фени. Да, экспедиция у нас все нормально с экспедицией. Идем. Блин, пепел заражает героя чем? Ничем. Мы целехоньки как никогда. Так, нужно вот перекусить. Все, отличненько. Давайте пойдем. Осталась одна комната, ребята, и будет босс. И будет босс у нас, некромант. Так, алхимия. Опыты ничем не закончились, все понятно. Оу, только не это, ребята. Блин, вот. Зря, зря. И стресс пошел, блин. Давай факел зажигай. Так, ну что, а, нет, мы здесь не сможем, ребята, с вами перекусить. Придется тогда вот так его убить. Вот он, говнюк. Начинаем. 8, как-то слабенько, да? Мертвые когти. Оу. Оу. Тихо ты. Кого он там призвал-то? Какого-то костяного заступника. Довольно крепкий чувак. Заступник-то этот костяной. Так, подхил. Давай-ка вот так вот сделаем. Так, пробьем, нет, не пробьем, а так тоже нифига. Попытаемся, отлично. Снесли к ядре нефени его. Плоть готова. Да ты задолбал так критовать-то, эй. Так, сейчас, ребята, сейчас, секунду, подождите. Надо сконцентрироваться, не могу сосредоточиться. Что нам нужно сделать и как нужно сделать? Давай-ка вот так попробуем сделать. Укрепимся. А этих говнарей надо наоборот как-то нам ослабить. Так, отметка. Хорошо, попробуем. Не сработала никакая отметка. Что это такое сейчас было? Неужели в конце нас ждет такая тьма? Я так не могу. Как ты так не можешь? Ё-моё, ты можешь все. 3, 5. Давай жарить на 9. Хорошо пошло.
Так, что тут у нас? У нас тут подхил. Этих-то тоже надо валить, ребята, иначе они тут зарастут. Мерзейшая защита. Мерзейшая защита. Наказываем. Нет, не пробили. Давай попробуем вот так. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ты посмотри. Ну, зато... Отлично, пока хорошо, ребята. Этого говнюка сейчас уничтожим. Должны уничтожить. 81%. Да ладно тебе. Устоял, посмотри-ка. Плоть готова. Блин, очень критует сильно. Теперь их трое стало. Непоколебимость, молодец. Умница. Так, могильный рубец. Блин, на 13 звезданул. Уклонились, вот это хорошо. Так, делаем, ребята, отхил. Надо бомбить. Готов. Чепушило хренов. Так, если мы, например... Сейчас, секунду, ребят. Фотолок подпалим. Насколько у нас здесь? На 5.11, да? На 3.7, не катит. Давай так пробовать. Есть! Прожали сосунка. Так, 7.14. Ну, это неплохо. На 8. Ух, а тут насколько мы маловато. Давай-ка вот так вот сделаем. Плоть готова, опять. Ты достал уже. Мне нечем дышать, блин. Орет там. Так, могильный вор. Надо нам что-то с тобой замутить. 95, убиваем. Отлично. Так, что он сплыл? 4,9. Кисло как-то. 5,11. Хорошо. Так, глубина могилы. Это шепот сулит мне смерть. Но я давно смотрю смерти в лицо. Испытание на решимость. Безнадежность. Блин, только вот этого не хватало. Сейчас будет, наверное, плакать. О, на 12, хорошо. А здесь на сколько? 6-10. Давай, наверное, мы вот так вот сделаем. Почему не критуем, а, ребята, на хил? Почему на хил не критуем, я вас спрашиваю. Молодец, могильный вор умница. Уворачивается, как этот. Так, что если мы сделаем это? Сопротивление, сопротивление, сопротивление и еще раз сопротивление. Плюс получаем защиту. Так, и метка, да? Сколько? 5.11. Этого добиваем. Мертвые когти. Содрал типа кожу. Хиляем. 7. Так, давай-ка попробуем. 7.14, 95%. Отлично. Добьем этого говнюка. Мерзейшая защита. Ага, понятно. 6.11. В принципе, хорошо. Ну, пробили всего на 7. 1.3, ну это вообще никуда не годится. 5.11. Ай-яй-яй. 6.12. Черт его знает, как тут лучше сделать. Пробую, ребят. Попал. Так, ослабил этого скелетика. Глубина могилы, опять эти гробики падают. Этот шепот сулит смерть. Да подожди ты со своей смертью, еще рано, рано нам. А сколько у меня бомбит это? 81. Нет, тогда уж лучше мы с вами похиляемся. Ага. Когда огонь горит внутри, его не погасить. Оу. Насколько ты бомбишь? Оу, мы не можем достать. Ё-моё, вот это плохо.
Мы не можем дотянуться, ребята, до того. Что ж делать? Придется так тогда как-то выкручиваться. Могильный рубец. На 9. Плохо. Неловкое лезвие топора. Совсем неловкое. Кровь и дождь на грязных отпечатках ботинок. Да ладно тебе. Расстраиваться так сильно-то. Ну, добили. Давай, давай, сюда поближе. Ай, там труп мешается. Хорошо, сейчас. Может быть, лучше вот так вот нам. 5-11. На 6. Плоть опять готова. Он так и будет постоянно вызывать. Ну да. По-моему, ребята, бесполезно этих. Надо вот его мочить. Это фуфел получается полнейший. Так, что ты там у меня заплакала? На тебе кровь. Я воплощение ярости, я буду пить кровь своих врагов, я знаю. Конечно, блин, она как всегда в отказку, блин. Ай-яй-яй. Ну что, придется делать вот так, ребят, тогда. О, какой слабенький, маленький отхил мы получили. Бум, сейчас у меня, по-моему, танкуля мой отдуплится. Он еще и оглушен. Блин, не могу дотянуться я, ребят, до этого говнюка. Не могу, не достаю. Что же делать-то, а? 3,7. 5,11. Попытаться надо. Видишь, я, главное, только этих говняков уничтожаю, как он новых вызывает. Поэтому я не вижу смысла, ребят. А вот стресс мы ловим капитально. Трусость! Ёпарасете. Я ухожу. Заплакал, блин, сыч. Я на него, так сказать, все надежды возлагаю. Он, я ухожу. Рубец. Блин, знаешь, кого валить. Так, надо, наверное, ребята, его... Или... Да куда ты, блин? Ай. Вот они сейчас будут его только бомбить. Причем специально. Чтобы вырубить. Ну, я же говорю, ребят. Начинается. И будут попадать. Сейчас еще удары, и все, ему крышка. Ну, агрессия. Давай лечись, маднес, блин. Блин, там этому говнарю осталось совсем немножко, ребят. Ну как немножко, 82 здоровья у него осталось. Несчастные души. Вы будете поглощены. Сейчас, сейчас, вот как жалко нету наемника, ребят. Я бы его сейчас так вот подтянул бы сюда к себе. И раздолбал бы его здесь. А так не дотянуться. Он постоянно вызывает этих охламонов, и все. Блин, стрессняк идет офигенный. Я слишком молод, чтобы умирать. Зачирикал, блин. Посмотрите, сейчас вот убил, сейчас этот чувак еще будет вызывать. И так до бесконечности, и так и будет он там стоять сзади. Говнарь этот. Ну... Пропуск хода, естественно, ребят. Как же без этого-то? Оу, молодцы какие мы. Хорошо прошло. Мертвые когти. Ладно, это терпимо. Ага, свеженький вышел. Достанем? Нет, нифига мы не достанем, ребят. Ну, естественно. Какой ему нафиг отхил? Он же у нас бессмертный. Ну, не нужен отхил. Так, промахнулись. Ну, промахнулись, отлично. А мы как, будем промахиваться или будем попадать? Уничтожаем нафиг сразу же. Эй, я могу и получше, типа, да? Ну, так давай, раз ты можешь, получше, что ж ты не делаешь-то? Как бы мне... О, достаю, да, 86. Ну-ка, попал, а? Хорошо. Мертвые когти, выпускай свои сраные мертвые когти. Мне абсолютно плевать. Так, что же делаем-то? Достаем? Достаем. Есть, еще на 10 пробили.
Могильный рубец. Что занервничал-то? Сразу же занервничал, а? Так, сила в чистоте. Достанем. Блин, вот здесь мы не достаем, к сожалению, ребята. Сколько? 4-8, да? На 7. Ну, неплохо, неплохо. Могильный рубец. Не надо мне... Главное, чтобы танк у меня не упал. Остальное, в принципе, мелочи. Сейчас должно быть хорошо зайти, ребята. 18, отлично. Так, давай-ка попробуем. 4-9. На 5. Не очень, конечно, хорошо, но все-таки слабо-слабо будет бомбиться, да? Хорошо, давай сделаем вот так вот. А, я все время забываю, что он идет в отказку. А, я все-таки рискнул, ребята, и попал. Я думал, сейчас промажем и все. Мертвые когти, да пускай ты там, выпускай хоть что. Хоть мертвые, хоть... Да, нам нужна твоя кровь. Сейчас вы получите и кровь, и все. Сила в чистоте. Добьем, интересно, вот этого? Должен добить. Ага. А минус? Также вот этого сейчас минусанем. И будет вообще казенно. Он вызовет, конечно, сейчас могильный рубец. Вызывает там какого-нибудь зомбаря. А может быть и не вызовет. Давай сюда, поближе подвигайся, гад. Я должен до тебя дотянуться. Куда ты там на заднюю вообще отъехал? 4-9. Метаем на девяточку. Ух, хорошо. Так, плоть готова. Блин. Танк, живи. Я знаю, что ты при смерти, но ты должен жить. Не трогайте его, пожалуйста. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут как-то, ребята, все довольно грустно. Давай вот так вот сделаем. Так, достаем, ни хрена не достаем. Тогда сделаем еще подхил. Так, стоит ли нам это делать? Стресс снимать, наверное, не стоит. Убиваем нафиг его. Он, гаденыш, ко мне не хочет сюда подтягиваться. Трупы не дают, ребят. Эй, не достаю, а так. Есть, ну-ка. О, на девяточку, отлично. Сколько он там, 10 здоровья осталось или сколько? Я что-то не увидел. Рискую. Есть, ну-ка. 7 здоровья осталось, ребят, всего лишь, да? Нам протемнить как-нибудь. Я не знаю, как, правда, протемнить, но будем стараться. Жалко, что у этой нету молнии, да? А так было бы очень кстати. Мы бы молнией бы шиганули бы этого чувачка, и все. Ну, а тут, конечно, сейчас будут уничтожать. Тебе нельзя умирать. Это он прекрасно знает, что ему нельзя умирать. Поэтому мы стараемся каким-то макаром выжить. Есть, ребята. Попытка номер... Последняя попытка. Есть! Согласитесь, это было просто великолепно сыграно. Вот так вот, ребята. Чертежи. Эти редкие трофеи представляют собой древние планы расширения города. Они расходуются при постройке новых зданий в предместье. Чертежи охраняются боссами. Фух. Так, смотрите-ка, мы получили тут амулетики. И чертеж. Хорошо, мы тогда с вами, знаете что? Съедим, наверное, еду. Всю. Потому что дальше я никуда не пойду. Ведь нам нужно было убить некроманта, а мы убили его, все. Давай посмотрим, сколько нам за это все дело дадут. Ну-ка. Оу, 6,5 штук. Плюс сколько мы заработали. Слушайте, ну это солидный куш. Это очень хорошо. Оу, 8 очков к решимости. Тактик бухты. Знаток бухты. Тактик, да вы что, все что ли тактики и знатоки, точно? Ну что ж, хорошо, будьте все у меня знатоками по бухте.
Когда-то наше имение было предметом зависти. Понятно. 20 тысяч у меня, ребята, по баблу. Плюс 30 осколков. Я все-таки хочу наказать этого. О, вот это хорошо, ребята. Щитолом пришел ко мне. И, кстати, вот кого мне надо было, ребят. Я вот от этого, скорее всего, буду избавляться. Потому что он у меня всего лишь, ну, сами видите, второго уровня. Это никуда не годится. Так, давай-ка мы сюда. Да что такое-то? Я же говорю, выкладывай давай. И распрощаемся с ним. Да. Я вот не знаю, он вообще стоит того или нет? Что он делает-то, а? Так, восстанавливает здоровье. Рваная рана. Звериная желчь. Трансформация. Но я знаю, что он в оборотня превращается. Но стоит ли он того, чтобы его брать? Вот щитолом, да, я не спорю. Можно еще взять, пригодится. Так, ну что же, в принципе, наверное, пока, ребята, и все. Давайте мы на этом завершим эту серию. Сейчас я всех только пораставлю на снятие стрессов и так далее и тому подобное. Так, не катит, а ты тоже не хочешь. А ты тем более не хочет. Ты-то хоть пойдешь? Нет, зачем? Не надо ему. Ну, а у тебя и так нормально. Хотя, ладно, иди. Иди снимай стресс. Не хотят они тут что-то особо-то так снимать. Бар. Игры. Давайте, наверное, бар с вами, да, у нас. Ну да, еще одно окошечко появилось. Так, вот по болезням у нас. Что же у тебя за болезнь-то такая, а? При кровотечении 7000. Офигеть, ребята, ну и ценник. Так, а что вот... А, этот у нас, понятно. А у тебя что? Хронический кашель. Ну, это мы вылечим тебе легко, я думаю. А у тебя, от тебя нельзя почему-то здесь лечить, странно. Почему нельзя? Давай так вот сделаем. Так, бандита. На излечку. И, в принципе, все. Да, пока хватит. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы на этом с вами завершим этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что, всем пока, всем удачи, до новых встреч.